Доброго денечка всем! Сегодня у меня такая забавная тема ракушек и изделия из ракушек, и вообще то, что сегодня пришло с Алиэкспресса. И как видите, здесь у меня такой забавный, это самый песочный пляж образовался. Это песочек я привезла из города Лепы. Специально почему-то захотелось какую-то связь ощутить с тем местом. И вот он такой морской песок, там же море, а не залив, как у нас. И он намного более ощущение, что он такой мелкий, он буквально как мука, как пыль, как мука. И теперь у меня тут сидят израильский крабик, еще какие-то ракушечки. Ну, почему-то приятно вот было что-то такое придумать и сделать. А еще ракушки у меня тут всякие лежат, потому что я все пытаюсь понять, из чего вот делаются вот эти ракушечные, из каких это мест раковины ракушек делаются вот такие украшения различные. Но белый это еще ясно, белый можно понять, вот может быть это из каких-то поверхностей этих раковин, даже трудно сказать. А вот из чего делается, вот кто знает, вот такие их сейчас довольно много и на Алиэкспрессе, и вообще становятся они какие-то популярны, потому что на самом деле красиво. Ну, хотя вот здесь вот может быть что-то искусственное, но, по крайней мере, все, что касается вот этих, здесь явно какая-то настоящая ракушка. И я даже достала эти речные, которые вроде бы могли бы выглядеть так. Ну, может быть, если соскребать этот верхний слой белый, может быть, они там под белым слоем так и выглядят. В общем, я так и не поняла, из каких это все ракушек сделано. Тем не менее, вот сегодня пришел очередной кулончик с Алиэкспресса в этом же стиле. Еще что-то будет приходить. И он мне тоже очень понравился. Он меньше размером, чем предыдущий. Хотя предыдущий тоже теперь уже моих любимых. Вот этот вот кулон, просто обожаю его. Я еще что-то в этом же стиле заказала. В общем, будет много. Тут видно, кстати, даже вот обратная сторона. Действительно такая настоящая раковина. Вот, и что-то белое такое, перламутр. Замечательно смотрится. Он крупный, большой. Исключительно красивый кулон. Этот вот поменьше размером. Я почему-то думала, что он тоже будет такой же большой, но нет. Он такой маленький, изящный. Ну что ж, тоже можно будет использовать. Надо будет только для него цепочку, потому что он пришел без цепочки. Зато довольно быстро. Оставлю вам ссылочку обязательно. И вот у меня уже такой организуется комплектик. Будет такое кольцо. Кольцо серебряное. Когда-то покупалось в какой-то ювелирной мастерской. Зашла, у них были уже готовые, лежали какие-то изделия. Вот, и мне оно настолько понравилось, тогда еще не было ничего остального к нему, и оно долгие годы у меня лежало, вот, без, так сказать, каких-то дополнительных, без пары, никакого комплекта не было. А тут вот, буквально вчера купила на базе Булю тоже что-то в этом стиле сделанное, хотя это все-таки, мне кажется, не ракушка, а просто какой-то разноцветный пластик, не пластик, пластик похоже, но выглядит как-то очень, надо сказать, в тон. Вот, и теперь будут либо этот кулон смогу носить, либо вот этот кулон смогу носить. Этот, конечно, такой немножко посветлее. Всегда непредсказуемо, что получишь, потому что на рисунке одно, а потом, если это настоящий природный материал, то он не повторяется. И вот он может быть каждый раз какой-то другой. Очень это все интересно мне. Нравится мне эта тема. Чувствую, буду я еще искать что-то в подобном стиле. И получила сегодня еще обалденно большой браслет. Наверное, я искала какие-то типа винтажные браслеты или что-то в таком роде, потому что вот когда он такой не позолоченный, а такой и не бронзовый, забыл, как это называется, вот такого цвета, то это всегда там у них называется на Алиэкспрессе винтажная вещь. Небольшой минус. То есть минусов как таковых, конечно, сейчас я пытаюсь его хоть как-то на руку накинуть, чтобы вам показать. Ну, вот как-то так. То есть крупный, да, как видим. В чем заключается минус? В том, что, кстати, кому минус, а кому плюс? На довольно полную руку. Здесь у него мощное такое крепление очень. Сам довольно, кстати, тяжеленький. И когда я застегнула даже не на крепление, а просто уже там зацепила, то все равно мне немножечко крупноват. В общем, он мне крупноват. Мне его надо сделать буквально вот так впритык, попытаться как-то эту
снять все, что можно лишнее, потому что вот такой браслет он должен облегать руку красиво, а не болтаться на ней. Ну, надеюсь, что смогу это сделать. То есть, по крайней мере, вы знаете, что не будет проблем, если у вас рука полная, потому что он на самом деле достаточно, все эти цепочки у него длинные. Ну и, по крайней мере, всегда можно добавить еще пару звеньев, вдруг, если что. Вот. А самый мне понравился. Конечно, это тоже тут. Тут как бы странно. Вот эти большие голубые, они так вроде бы и выглядят, как пластик. А вот эти маленькие голубые, похожи больше на эмаль. И маленькие голубые камушки, стразики вставлены. В общем, очень мне понравился. Это как-то античное золото называется. Вот я все пытаюсь вспомнить, как он там называется, этот металл или античный какой-то. Ну, по крайней мере, он уже такой местами как будто бы слегка почерненный. И поэтому даже если вдруг что-то начнет чернеть на самом деле, он не сильно потеряет внешний вид, потому что он такой и сделан под какую-то старину. Мне очень нравится, очень красиво. По-моему, был даже, кстати, и недорогой какой-то. Надо будет посмотреть, я уже не помню, что там вообще было с этим заказом. Давайте поэтому, наверное, зайдем на странички, посмотрим, и тогда я уже с чистой совестью смогу вам отчитаться и сказать, что это было, как, сколько чего стоило. Но вообще вещь, конечно, очень классная, потрясающая. Надо подумать, с чем я смогла бы носить. Вот надо вот именно что-то такого же цвета. По-моему, у меня есть какое-то одно колье. Ну-ка, сейчас схожу, посмотрю. Нашла я это колье, но немножко не то. Цепочка уже, кстати, стала слегка темнеть. Она уже не такая золотистая, как была раньше. И она, может быть, уже вполне соответствует этому тусклому золоту античному. Но само колье достаточно пока все еще в хорошем состоянии, веселеньком таком. И очень много стразиков здесь. Даже если я переверну на обратную сторону, мне кажется, что туда можно и на левую сторону носить, на обратную, потому что она аккуратно очень сделана, то все равно здесь слишком все блестящее золотое. Но все равно, как вариант, все-таки камушки соответствуют по цвету. Камушки — это не камушки, это тоже пластик. Вот, они близки, в общем-то, именно по тону. Так что в самом каком-то грустном варианте, если не найдется совершенно ничего, с чем можно его носить, то можно, конечно, и с чем-то таким одеть. Ну, нет, надо будет все-таки что-то найти более близкое. Более близкое. Ну, будем искать. Тоже вот интересно, кстати говоря, когда нужно найти пару. Тоже какой-то процесс поиска. И пока ты на этом Алиэкспрессе что-то ищешь, то находится еще много красивых вещиц. Ладно, идемте смотреть ссылочки. Итак, первая вещица, на удивление, была заказана 15 июля. А сейчас у нас еще даже нет конца июля, у нас сегодня 29-го, то есть скорость доставки необычайная. Стоила она мне, правда, 4,19 в евро. Сейчас зайдем, посмотрим. Здесь она выглядела поярче, поинтереснее. У меня была надежда, что, может быть, она будет выглядеть так ярко. Но, как я уже сказала, видите, не всегда получается... Не всегда получается получить то, что видишь на картинке, к сожалению. Но можно будет потом посмотреть, может быть, что-то еще раз у этого продавца. Всего 4 отзыва. Вот материал — раковина, форма — капля воды. В общем, вот такой вот. Сейчас он, кстати, стоит 3,84 дешевле. Но почему эта вещь такая несправедливость? Я заказываю дороже, хоть немножко, но дороже. Так, вот еще мне придет вот такая перламутровая, смотрю, заказывала за 2,48. И сейчас такая цена. Если, ну, он, если будет такой бледный, будет, может быть, чуть-чуть неинтересно. Если он будет хоть чуть-чуть поярче, у него очень красивая эта штучка, которая держит. Так, что я еще заказывала такое перламутровое? Сейчас посмотрим. Так, быстренько мы пробежим. Вот он, кстати говоря, браслетик. Браслетик стоил 5,37. Нет, не дешево. Это я уже вот вас ввожу в заблуждение. И здесь он тоже выглядит немножко иначе, чем на... чем в жизни. Как-то светлее выглядит. На деле он немножко темнее, но за счет этого и смотрится
интереснее. Сейчас стоит 5,44. Это винтаж, акриловый камень. Интересно, очень интересно. Так, ссылочки буду вам оставлять. И что же у меня еще тут? А, вот должен такой при... Нет, это я уже получила, это обработка платежа. Вот это очень жду. Осталось всего 16 дней, то есть он долго идет, с 15 июня, больше месяца. Стоил дорого, потому что заказывала на те деньги, которые получаю на Алиэкспрессе. То есть на Алиэкспрессе, на Ютубе получаю. Очень хочется вообще, чтобы он до меня дошел, не потерялся, потому что он такой классный, тоже из раковины. Ну, по большей части белой раковины такое. Ну, смотрится. И написано, что этот товар, к сожалению, теперь недоступен. Так что шанс примерно, наверное, мне 50 на 50. Либо они мне выслали, и на этом товар закончился, либо это самое просто. Либо просто я его не получу. Это было бы грустно. Так, больше ничего перламутрового. Больше перламутрового ничего. Ну, по крайней мере, это, мне кажется, было интересно. Все, стыкую видео, оставляю вам ссылочки. Если понравилось, покупайте. Пока-пока.